Ты можешь быть бедным и редко выходить в высший свет, но когда представляется такая возможность, просто обязан показать, что в твоих жилах тоже течет королевская кровь. Реал Мурсия, хоть и имеет приставку королевский, конечно же, ни в какое сравнение с мадридскими тезками не идет. В первом матче 1/16 финала в очном противостоянии этих команд на Ла Кондамина все шло так, как и должно было. Фавориты атаковали, менее-менее-то клуб защищался. И не сказать, чтобы с королевской грацией, пожалуй, с каким-то нервом. Но в чем, а в самоотверженности хозяевам не откажешь. Даже попав под магию имен, Жозе Моурини выставил на матч практически основной состав. Мурсия сдерживал натиск Криштиану Роналду и компании. Великолепен на последнем рубеже был Дани Эрнандес, совершивший несколько впечатляющих сейвов. В чемпионате Испании мадридцы забили 22 мяча за 8 матчей, то есть почти 3 гола за игру. В трех последних встречах и вовсе 16 раз огорчили вратарей соперника, но Мурсии удалось прервать это голевое пиршество сливочных и оставить себе шансы на выход в 1/8 финала Кубка Испании. 0-0 после первых 90 минут противостояния.